Всем доброе утро. Я буду сейчас завтракать. Завтрак у меня необычный для меня. Это гречневая каша с молоком. Ту-дум! Кто любит гречневую кашу с молоком? Я люблю все каши. С молоком, без молока, без разницы. Так что вчера же гречку сварила. И было много. И вот на два раза хватило. Так что будем завтракать. Немножко поваляюсь, полежу в ютубе, полазю. И пойдем гулять. Угу. Кашка, кашка. Опять мы в парке. Вы знаете, я так давно тут не была. Церковь. Что даже не помню, когда я тут была, в общем. По-моему, на этой неделе ни разу, да? А, ну правильно, у нас же ферия была. Я сюда не заглядывала. Потому что стрелялки, то и все такое было. О, опять протест начинается. Начинается. Забастовка. Бамо! А, нет, не забастовка. Это, может быть, он отдыхал. Хрен поймешь эту собаку. То ли забастовка, то ли не забастовка. То нравится ему, то не нравится. В общем, мы гуляем. Пока у нас прогулка. Ну, а потом, может быть, наверное, как всегда, по пиву пойдем. Тут, конечно, смотрите, какой бардак. Кто-то, наверное, устраивал вчера. Молодежь сидели, пиво пили. Ну, естественно, за собой они же не убирают. Зачем? Зачем за собой убирать? Пускай свинарник остается. Да. Да, здесь везде мусор, мусорки стоят. Выбрось ты в мусорку. Ого, столько тут головастиков. О, тут столько лягушек будет. Не знаю, видно вам, не видно? Вот черные точечки, это головастики. Офигеть. Столько лягушек потом будет скоро, которых я панически боюсь. И головастиков тоже, кстати, ненавижу. Но когда в деревне росла, их столько перевидала, весь их процесс. От зарождения, потом как у них лапки растут, как они превращаются в лягушек. Ой, мамочки, как это все противно. Да, вот так вот. Так все зелено, так все красиво. Ой, все. Правда, здесь и зимой, и там так зелено. Тут, видимо, полили, и поэтому еще красивее. Мира Палома. Чарли, Мира и Палома. Ай, ай, ты куда смотришь? Чит. Там собаки, наверное, какие-то. Ай, Палома, Мира. Убежал в другую сторону. Ой, вот. Это, как ее зовут? Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-ля. Мира. Вот. Гоняй, гоняй, голубей. Пока тут никого нету. Вечером, конечно, здесь народу до хера. Да фига. Много. Чали. Ки. Мира ки. Аки, мира, аки. Чарли. Чарли. Оу. Мира ки, аки, палома. Мира. Хуй. Мира ки. Аки. Ой, Чарли, аки? Надо, но меня секас. Черепаха. Две черепахи. Тут готовая еда продается. И, боже, как вкусно пахнет здесь курица. Ой, я уже 100 раз вам говорила об этой курице. Она на огнях готовится. Вот прям там всю всякую еду продают. Готовую уже. И в очередь всегда стоит. Причем мы там пару раз покупали вкусно. Ну, это курица. Она, не знаю, я из дома выхожу, она уже пахнет. Да?
Жарко ему. Он погулял хорошо. Да. Видите, у нас тут барчики. Сейчас уже скоро будут заполняться людьми. Вот там вот. Хозяин, кстати, постоянно с тобой, со мной здоровается. Как будто он меня знает всю жизнь. Когда начал здороваться со мной, я как-то удивилась. Думаю, кто это такой, я его знать не знаю. А потом уже тоже начала здороваться. Я не знаю, откуда он меня знает. Но я его точно не знаю. Но теперь уже знаю, здоровается каждый день. Вот у нас тоже новый. Тут вот этот бар открылся. Был закрытый. Только что-то как-то странно. Хотя вот он в центре города, бары лучше работают. Ой. Когда зимой. Зимой, потому что такие обычные пляжи на пляжах работают лучше. Бары, рестораны, все же на пляж. В центре никого нету. Смотрите, вот какой тоже там терраса классная. Столько цветов, море. И машин до хрена. Не разойдешься. Кисики, ну мама поя, омбри. Пока муж за мной едет, чтобы попить пиво. Ой, бля. Хамуха. Быстренько повешу белье. Но мы тут не были, но мы не в этот идем, а в другой сервис, он называется. Время мало. В общем, покушать рыбку. Здесь вкусная рыбка продается. Тапы на рыбку. Рыбку на тапы. Фу, все, в общем, туда идем. Это у нас уже вторая этапа. Смотрите, сколько много. Видите, рыбы. Безалкогольное пиво и какая-то рыбка жареная. Ням-ням, всем приятного аппетита. Это уже третья этапа. Смотрите, по две сардины. Это как, не знаю, как моя рука. Вот, смотрите, три тапы, три пива, маленькое, но у него большое. Все, мы наелись. Там вот кухня, такой барчик. Ну ладно, это последняя. Целая тарелка. Пиво где-то 2 евро и вот закуска. Ням-ням. Еще раз, последний, наверное. Смотрите, сколько народу. Мы когда приехали, вообще никого не было. Прикол? Собрались на пляж ехать, вы знаете что? Не могу кошелек найти. Я часто его оставляю в двери машины. Надеюсь, что это и сейчас так же будет. Так, в этой стороне нет. В этой. Вон он. Аллилуйя. Блин, а то прям уже переживать начала. Думаю, права-то у меня тут. В общем, мы едем на пляж. Водичка такая чистая, теплая-теплая. Шикардос. Уже дома, ходила в душ, нанесла масочку. Ну, это видно, да?
нарезала арбузик, разобрала это белье. В общем, знаете, что я поняла? Что я опять кошелек забыла. Блин, ну машина вот она. Поэтому я сейчас, когда стемнеет, чтобы никто не видел, я прям так пойду в этой рубашке. Ночнушка. Ночнушка такая у меня. Ну, оно как платье домашнее. Спущусь быстренько и возьму свой кошелек, потому что завтра моя машина поедет к механику, в Тойер. Приготавливать ее к техосмотру. Уже на следующей неделе нужно проходить техосмотр. И вот у нас завтра там есть кое-какие проблемки небольшие. Там подделать, тут подделать. Что такое? Мужик в доме. Самое страшное. Так, ладно. В общем, кошелек нужен, потому что машину отвезет муж. Я на его и поеду, потом ему отвезу утром. Ну, в общем, завтра узнаете, что я вам сейчас-то рассказываю. Голову морочу. Завтра все и увидите. Пойду сейчас смывать, потому что уже стягивает кожу. Пойду смывать черноту. Пирате. Пирате, бынаки, бынаки. Что-то свет горел. Думал, вдруг кто здесь есть. А то Чарли не любит погавкать. А если дети, то испугаются. В общем, иду за кошельком. Душно на улице. Прям вообще духотища. Писать побежал. Свои дела так. Как у меня дверь это было? В этой, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Ой, бля, духотища такая, блин. Все. Кошелек есть. Так, иди сюда. Чарли, иди сюда. Кивина коч. Ну все. Миссион куплида. Теперь так же быстренько домой. Шпарусы. Ой, сегодня что, совсем жарко. Заодно жиры растрясем немножко. Сюда на лифте спуститься, потому что люди. Люди шли. Ну давай, там документы. Как обычно. Пешком хожу. Лестница. Мне супер парива. Мама. Парива. Он всегда ошибается. И думает, что наш этаж вот этот. Видите, стоит, думает, где. Аино. Думает, что там наша квартира. Мы-то раньше жили там, на первом этаже. И он привык на первый этаж всегда. Быстренько. А тут еще надо подниматься. От вас побежал. Все. Оп. Сам дверь открыл. Деловой. Самостоятельный парень. Что-то душно так вообще. Чего за чучу хочешь? Чучу хочешь? На тебе печеньку. Маленькую. Маленькую печенюшку. Ну все, кошелек у меня теперь со мной. Так что можно завтра по магазину пошататься. Сейчас заварю себе чай. Вернее, этот конский хвост, как там его назовем. Я могу спокойно пить чай летом. Наоборот, даже я где-то читала, что летом чай восстанавливает температуру внутреннюю с температурой внешней. И таким образом не чувствуется жары. Для меня на самом деле это так. Поэтому что там жара, чай не пить. Мне наоборот, я не потею, ничего такого нету. Поэтому чай пью. Тем более я не люблю холодную воду, я ей не напиваюсь. Ни воду, ни компоты всякие. Хотя лимонад люблю. Но лимонад, это, знаете, даже больше как мороженое. Потому что я туда столько льда накладываю, что потом он такой, как лед становится. Я просто ложкой ем, скажем так. Лимонад не пью, а ем. Так что вот так вот. В общем, некоторые планы на завтра вы уже знаете, что машину нужно отвезти. Вот. Ну что, по магазинам прошвырнемся, тоже вы знаете.
знаешь, еще надо придумать, чтобы завтра покушать. Вообще в голове не укладывается. Что бы такое придумать? Ну, завтра поживем, увидим. Что там? Буду гулять, посмотрю, может быть, что в голову придет, чтобы приготовить. Да. Так что все, встретимся с вами завтра. Всего вам самого наилучшего и удачной рабочей недели, прибыльной и несложной. И всем пока-пока, до завтра!